Всем большой-большой привет! 3 недели назад я получала вот этот вот фаленопсис от Native. Сейчас покажу. Вот такой Афродита апари сама на себя. Пришла она с голой корневой, слегка обмотанной, там чуть-чуть совсем мха было. Можно сказать, в принципе, с абсолютно голой пришла. Вот такие листья после посадки, они в тургоре. Все прекрасно. Пятна меня эти никак не тревожат. И хочу вам показать. Смотрите. Всего 3 недельки у меня, а как пошли новые корешки. Просто супер, я очень довольна. Вот такая посадка. Она влаженькая после полива. Вот такая прелесть. Очень я довольна качеством. Не страшно возить так фаленопсисы от этого поставщика. Теперь так жаль, что этот заказ так редко закрывается. Я теперь хочу еще и еще. Ой, а там еще такой огромный красивый эквестрис появился, просто сумасшедший. Мне, конечно же, страшно надо, но пролетаю. Пролетаю я с этим эквестрисом. Не поедет он ко мне, потому что заказ набираться даже пока, к сожалению, не будет. Очень довольна. Так, и давайте посмотрим уже сразу на вторую Афродиту, которая приходила. Вот такая Апаял. Так, сейчас мы ее достанем. Я тут их как раз только опрыскала, поэтому она еще влажненькая. Даже вон еще водичка есть в листьях. Так, ну с ней она желтит один листик. Новых корешков я у нее пока... А, нет, вижу. Так, извините, пока рассматривала. Тик-тик-тик. Не возьмет, наверное, камера. Неудобно. Одной рукой держу, другой рукой снимаю, а бы не уронить. Вон он, новый корешок пошел. Так, молодой корешочек хорошо... Ой, корешочек, листочек. Хорошо растет. Вот так вот это все выглядит. Но у нее было очень мало корешочков. Я в описании оставлю видео, вернее, ссылку на видео, как я получала. Посмотрите. Поэтому, в принципе, потеря листочка не так страшна. Она растет новый корень. Живет сейчас в этой тепличке. Под лампами, с вентилятором, с контролируемыми условиями. Среди других орхидей. Так что буду ждать в следующем году снова открытия этого заказа. Есть там очень редкие штуки, безумно редкие, безумно классные, иногда по безумным ценам, но можно найти что-то, что устроит ваш карман, кошелек и так далее. Очень мне понравилось. Всем большое спасибо за просмотр, вот такой маленький обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями, заглядывайте в описание и клацайте по ссылочкам в описании. Возможно, вам в тех моих группах будет интересно. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!